Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю астарионовских кусей. С вами Сейнт. Продолжаем с вами прохождение Baldur's Gate 3. А, интересно, у Уилла тут плюс 6 из 6, что бы это значило? Что-то это значит. Но я пока не очень понимаю, что. Ладно. Так. Так. Какой-то экшон. Какой-то экшон, будем сейчас разбирать, что это такое. Дневник обновлен, спасти гнома. Какого? Что это тут у нас? Ого! Прекратите! Гоблин явно не может решить, то ли поклониться, то ли напасть. Чего тебе надо? То есть, чем можем быть полезны? Ну, нам прям спасать надо. Кто позволил останавливаться, а ну развернулся и продолжай. Немедленно убирайтесь, пленник теперь принадлежит мне. Я требую объяснений, немедленно отвечай, что вы делали с этим свирфнеблином. Нет, мне принадлежит. Хочешь себе забрать эту писклю? Так мы же его того, в заложники хотели. Но ты же типа как в курсе, ну, да. Ты же благословенный, да? В смысле, верный. Символ светится все ярче, ты чувствуешь, как в тебе развивается сила, власть. Естественно, я что, на проклятую похожу? Давайте пообманывайте. Ха, пятерка. Ха, пятерка, вообще легко. Прошу прощения, госпожа, не имел желания оскорблять. Я свое место знаю. В общем, такое дело, пойдем, мы, короче, с писклёй сами развлекайтесь. Гоблин пятится, боясь отвести от тебя взгляд. Стоять, у меня еще вопросы. Ну, вы визгляка спросите, там наверху, а мы потопали. Варг. Свежее мясо, напуганное мясо. Да. Бедная задранная овца. Баранья нога, надо взять. Чё пропадать, добру. Слышь, друг, я тебя могу спасти. У меня вопрос такой, а чё мне за это будет? Блин, нажать на него не могу поговорить, ладно. Чё здесь есть? Я сейчас подумаю, спасать его или нет. Мне нужно понять, что мне на самом деле за это будет. Здесь какие-то руины впереди. Какой-то храм, судя по всему. Как тебя спасти? Ладно, давай. Как тебя спасти? Деревянный люк есть какой-то. Вряд ли сюда прям. Тут лопат, тяжелый сундук. Тяжелый сундук. Опа, опа. Светоскоростные сапоги, средняя броня, золото, ледяная стрела, зелье, плавное падение. Мне нравится. Мы это берем. Мешок с дымным порохом. Ух ты, 12-21. Подожженный дымный порох взрывается, нанося урон всему, кто оказался поблизости. Нам это надо. Все лутаем. И все? Бочку нельзя добавить в инвентарь. Какая жалость. Ладно, погнали наверх. Скажи, Уилл, клинок Фронтира, какого монстра сложнее всего было убить? Голодного минотавра, которому хотелось человеченьки. Славная была драчка. Представь себе гору мускулов, покрытую шерстью, да еще с топором. Здоровенный шрам на память остался. Надеюсь, ты не обидишься, если я не стану просить мне его показывать. А, ну окей, остановить мельницу, скорее всего, можно в мельнице. Это логично. Ладно, давай, давай, я тебя спасу. Так и быть, так и быть. Здесь где-то? Мешок из рога же. Гнилая морковь нам явно ни к чему.
Безвкусная шляпа за 5 монет. Можно продать кому-то. Наверх, да? Деревянный ящик. Огонь алхимика. Бросить склянку с жидким огнем, взрывающуюся вместо падения. Слушайте, неплохо. Самодельное копье. Мы перегружены. Опять мы перегружены. Давай копье мы дадим тебе. Дышащие сандалии. Мешок с порохом у меня будет. Кожаные сапоги. Свеча. А что я такого тяжелого взял прям? Что я прям такого тяжелого ношу? Сумка с припасами. Другое дело. Сумка с краденым. Открыть можно. Чё нет? А какой с неё прикол? Какой прикол с неё? Так, секунду. Я, видимо, не очень до конца понимаю механизм... мельницы. Нам нужно остановить вот эту хренумбулу. Копье может ее... чем? Хелп, он орёт. Хелп, хелп. Хелп, хелп. А как? А, рычаг. Отпустить тормоз. Тормоз, вот. Я понял. Все, не наверху, внизу. Так, другалек. Мне еще надо подумать, спасать тебя или нет. Барк Рут. Освободи меня. И что мне за это будет? Освободи меня и узнаешь. Слушай, ну... ладно, ты все равно далеко не убежишь, нас четверо. А, мага Камара. Вонючие мерзавцы. Ну давай, делай, что хотела. Я тебя освободила, хотел бы получить компенсацию за усилия. Компенсация? Всего-то? От таких, как ты, я ожидал гораздо худшего. Найдешь мой рюкзак, забирай себе. Гоблины-то поймали меня только из-за его веса. Отныне и впредь я буду странствовать налегке. А где твой рюкзак? Далеко ты забрался для глубинного гнома? Невежество живо и процветает, как я погляжу. Не все глубинные гномы всю жизнь живут в подземье, если ты не в курсе. Я, например, много лет прожил во вратах Балдура. Я ищу старого друга. Боюсь, он попал в передрягу. Вот, видишь? Эту штуку я ему когда-то подарил. Еще до того, как он ушел из дома. Я увидел ее на шее какого-то дуболома в нижнем городе. Она была заляпана кровью. А мой друг как сквозь землю провалился. Вы что так близко друг к другу подошли? Но надежда все еще есть. Я кое-как прознал, что он сейчас подземье. Если повезет, там я выйду на его след. Я всегда помогаю друзьям. А теперь позволят кланяться. Счастливо оставаться. Если нам суждено встретиться снова, значит встретимся. Рюкзак! Где рюкзак? Спасти гнома. Где? Ой. Ладно. Вот тут был твой рюкзак. Так, блин, я мог тебя, значит, не спасать. Шадоухарт не сводит взгляда с древней разрушенной статуи. Нам надо идти дальше. Опять приступ. Почему это постоянно происходит с тобой? Тебе известно ровно столько же, сколько и мне. Не обращай внимания, пока это нам не слишком мешает. Лята какая.
Ничего себе у тебя Моргенштерн, кстати, я это вообще посмотрел. Он вроде одноручная, такая здоровая дубинка. Блин, а у меня, слушайте, давайте я посмотрю еще раз. Что нам можно надеть? Что вот это? Плащ. Головной убор. Положи, где взяла. Это смешно. Но безвкусная шляпа прям безвкусная. Обруч, что дает? Добавляет владельцу талику изящества, но не защиты. Давайте с таликой изящества походим. Так, у меня нет умения средняя броня. Это меня печалит. Так, 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 так. Зелье, снаряжение. Перчатки силы. Использует Сильвана. Маска оборотня, кожаный доспех. Класс 11, класс 11. Тяжелая броня, класс 16. Мы не можем, у нас нет навыка. Лютня Лихейлы. Простая мантия. Ну, такое. Объективно. Рили? А, рили. Окей. В принципе, можно было бы так бегать, если бы, конечно, нам не нужна была броня. Стильные сапоги. Кожаные сапоги. Давай заменим. Кожаные ничего толком не дают. А где? Почему она? Почему они экипировались сюда? Что это такое? Обувь. Хорошо. Договор. У вас что? У тебя перчаток вообще нет? У меня перчаток тоже никаких интересных нет для тебя. Перчатки, перчатки силы на мне. Серебряный медальон могу надеть, чтобы он не давал. Серебряный медальон, искусная работа с гравировкой папочки. Медальон Камиры какой-то есть. У кого? У нее. Пляшущие огоньки пусть будет. Перчаток вообще никаких. Ладно. Почему она шляпу надела? Господи, убери. Убери. Все, вот так. Спасибо. Так, давайте осмотримся в этой деревне. Что тут еще есть? Тут тупик у нас. Тут у нас деревянный ящик. Пустой. Вот в этом доме мы не были. Сюда можно вообще? Вроде можно. Гоблин ищейка. Но он нам ничего не сделает. Что он нам сделает? Абсолютно ничего. Оловянная чашка. Бочка. Это кто там орёт? Это ты там орёшь? Хилый багбер. А почему он красным помечен? Он прям враг? Ну давай. Из-под тишка. Никто ничего не видел, дамы и господа. Ну просто враг, не знаю, врагов надо устранять сразу же. Красным он высветился. Тухлые куриные яйца. Ядреное пойло из чульта. Ядреное пойло забираем. Астариона не забираем, он так наш. Пряный китовый ус. Что-то выкопали. Малахит. Курительная трубка. Все берем. Все берем. Тут мы были, не были. Тут мы были. Здесь мы были, не были. Здесь мы не были. Дратуйте. Боевой топор есть. Ножницы. Неинтересно. Боевой топор и копье я, конечно, приватизирую.
Нож, вилка. Старый ключ. Какая-то лестница. Погнали на лестницу. Что-то это Shadowheart так к Уиллу, к линии подбивает. Опа, 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 опа. Золото, боевой посох, отполированное кольцо. Берем. Давай колечко какое-то наденем тебе. Просто, просто бронзовое, просто. Они ничего не дают, просто красивые. Пойдет. Здесь у нас что? Здесь у нас гоблины. И все? Не, ну, ребят, я, блин, так хочется их отсюда скинуть. Гоблин буяк. Вот здесь мы еще не были. Просто ножкой, где вот эта ножка? Идем, 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 идем. Там есть толчок. Ой, прям другая локация. Вымершая деревня. Старый ключ использовали. Саперный набор подобрали. У нас сегодня будет серия лута, дамы и господа. Но нам не надо пропускать что-то полезное, потому что нам нужно накопить 1000 монет, если вы помните. Нам эти всякие, как их там зовут, не орки, а огры могут пригодиться. Поэтому мы с вами зарабатываем как можем. Это надо, это не надо. Слишком много весит, слишком мало стоит, как говорится. Просто бутылки скучно. А здесь безопасно, интересно, или нет? Инструмент. Давай веревку возьмем. Мало ли там надо будет кому-то кинуть веревку, чтобы помочь. Вообще ничего, ну просто ты посмотри, какие черти. Ничего нигде не хранят. Инструментов много зато разных. Воровских. Опа, какой-то склад. Блять. Чертежи из высокого утеса и две монеты. Ради этого? Ради этого? Давай вот так. Так я спокойней. Я обрадовался, что так спокойно все лежит. Ничейное. А это что такое? Не подтянуться. А как? В смысле? Подожди, в смысле не подтянуться? Это из-за того, что разрушилось, я теперь туда не могу? Ты можешь прыгнуть? Слишком высоко. Серьезно? Ладно. Не, ну странно. Конечно. Кузнечные мехи. Это прям кузня. Погоди, ну там сундук такой, вот прям, прям хочется добраться до него, знаешь. Как-то по верхам. По верхам нельзя. Кто-то летать умеет из наших? Рывок. Уилл, ты у нас колдун? Чё ты умеешь? Колдун. Разговор с животными, призыв фамильяра. Фамильяр. Фамильяр может открыть сундук? Вряд ли. Богиня Агафиса. Свиток возрождения, обнаружение мыслей. Окей. Может быть ты... На сундук даже не могу запрыгнуть, ты посмотри. А вы не можете, ну слушайте, вы не можете один на плечо другому и подтянуться? Походу, короче, из-за того, что я взорвал... Я вот не помню, была какая-то лестница или нет. Но если она была, ее уже нет, поэтому все. Я знаю, вы мне, скорее всего, в комментариях напишите, что тут есть какой-то способ как-то туда забраться. Возможно, как-то, кстати, сверху можно туда упасть. Я не знаю, сейчас проверим.
на всякий случай еще разок зайдем. А, паутина, погоди. А ну отошли от паутины. Отошли от паутины. Старион. Отойдите. Мужики, они непослушные. Так. Логично. Твою мать. Я понял. Короче, без шансов. Вы видели, я пробовал. Мне кажется, что из-за того, что взорвалось. Все. Так. Что еще есть? Ветхие деревянные двери. Заходим. А, здесь мы были. Мы ведь были. Да, мы здесь были. Мы прошли. Да. Ну, получается, мы все осмотрели. Здесь эти огры, как их там зовут? Блин, у них, блин, хелов по 59. Не так уж и много на самом деле. Я думал, что будет побольше. Вы где там? Идите. Карта. Карта. Не надо мне метку. Освободить гоблиншу Сазу. Смотреть берег, найти мол. Нам нужно будет вернуться к мол, выкупить наши пожитки. Нам еще нужно как-то вот сюда попасть, к Карлах. Давайте, пока мы тут рядом, погнали Карлах искать. Я думаю, что где-то что-то я пропустил. Все же где-то как-то мы можем забраться, пробраться к ней. Хотя я прям пути не видел никакого. Я подходил, там река, горы. Пройти мы никуда не можем. Ну да, горы. Возможно, мы сможем пропрыгать. Вот как мы сейчас прыгнули в дырку, где пол был развален. Где была паучья паутина, собственно. Гомбик, бедолага. Слушайте, ну вот тут такое ощущение, что можно пройти. Как будто прям реально можно пройти. Вопрос как? Туда не попасть. А если так? А если так, то да. Окей. Ну вот, мы скоро и найдем ее. Ребят, мы идем? Скажите мне. Мне каждым пропрыгать надо? Вы что, издеваетесь? Не, мне не сложно, конечно, но, блин, неужели вы такие прям неумехи? Фига ты прыгаешь! Тебе б на Олимпийские игры, Shadowheart. Окей. Ну погнали. А вот и Карлах тут где-то прям рядом. Кровь. Груда костей. Пойдет. Опа. Это Карлах. Погодите, нам с ней сражаться нужно, да? Уилл говорил, что ей победить нужно. Прям какое-то инфернальное чудовище. Обломанный рог. Смрад Аверна. Адвокатус Дьяволи. Что, меня разорвало? Клинок Фронтира.
Я так и думала, что это был ты на мозгоедском корабле. Ты та дьяволица, за которой мы охотимся, Карлах, да? Ответь мне, чудовище, каково это значит, сейчас умрешь? Это неестественное пламя, приготовься к бою. Давайте первое. Она самая. Какая честь, за мной охотится сам клинок Фронтира. Вот только... Тебя охватывает могучий жар. Ее жар, пылающий, как преисподняя. Перед твоими глазами ландшафт из огня и крови, видение демонических армий, в которых ты теряешься. Война крови. Этот вид открывался тебе сверху, когда Наутилоид летел через Аверна. А эта женщина сражалась на передовой. Это еще что? Улика. Доказательство того, что ты дьяволица. Гладиатор армии архидьяволицы Зариэль. Я могу все объяснить. Правда, это запутанная история. Просто выслушай. Еще одно видение. Карлах, размахивая топором, прорубается сквозь ряды дьяволов. Прислужников Зариэль. Взгляд ее мечется в поисках выхода. Ее ярость и отчаяние проникают в тебя. Она не пытается развязать новую войну крови, а бежит от нее. Это какой-то трюк. Она пытается нас обмануть. Ты все видел. Я никогда не служила Зариэль по доброй воле. Меня завербовали в ее армию насильно. Мне пришлось драться. Вот я и дралась. А когда подвернулся шанс сбежать, я сбежала. И вот я, наконец, дома. Ну, или почти дома. Ты ей служила. Уже одного этого достаточно. Опусти оружие, Уилл. Ты видел то же, что и я. Давай смотреть на вещи здраво. Она заражена, как и мы. Нам нужны союзники, особенно такие могучие. Похоже, ты загнал свою добычу, Уилл. Отправим эту дьяволицу обратно в ад. Блин, если ее можно взять союзником, я бы взял. Давай вот так. Уилл делает глубокий вдох, губы его сжимаются в тонкую линию. Страх искажает лицо. Ты сама не понимаешь, о чем просишь. Ты хочешь, чтобы я поверил дьяволу. Боги, откуда в тебе столько упрямства? Карлах не дьявол, и ты это знаешь. Ты читал ее мысли, она не угрожает побережью мечей. Ты прав, прикончим ее. Нет, вот так. Я не все одобряю это. Подумай как следует. Я не хочу неприятностей ни тебе, ни мне. Ты же знаешь опасных тварей лучше, чем кто-либо. Посмотри мне в глаза. Разве не видишь? Ты ошибаешься на мой счет. Проклятье. Значит, ты правда никакая не дьяволица? Но я... Меня обманули. Хвала богам. Я уж боялась, что придется размножить тебе голову. Я бы убил тебя раньше, но... Довольно угроз для одного дня. Значит, мир... Да. Мир. Я Карлах. Хотя ты и так уже знаешь. А ты... Я Сильвана. Ну здорово, солдат. Приятно для разнообразия наткнуться на союзника, а то мне уже начало надоедать все это. Хоть я и сама не дьяволица, но я знаю, где еще можно найти применение талантом клинка. Не хочешь помочь мне убить несколько злобных ублюдков? Немного предыстории. Если тебе нужно сориентироваться, моральный намек. Ты уже знаешь, что я сражался в войне крови. Я хорошо умею убивать. Очень хорошо. Оказалось, у меня настоящий талант убивать демонов. Поэтому я стала для них ценной. Настолько, что архидьяволица Зариэль назначила меня своей личной боевой гончей. Я ей подыгрывала, пока не смогла выбраться. Но дьяволы не в восторге, когда их ценные слуги от них сбегают. И Зариэль была настолько не в восторге, что послала отряд своих дуболомов, якобы паладинов Тира, чтобы вернуть меня в Аверна. Вот только я не собираюсь туда возвращаться. Ты хочешь, чтобы я убила тех, кто на тебя охотится? Не волнуйся, атаку возглавлю я. Но твоя помощь пригодится. Их, видишь ли, много, а я одна. А после этого можем объединиться. Взять Фаэрун за горло. А? Звучит? Она мне нравится. Если что, она меня сможет закинуть на плечо и вытащить в безопасное место. Окей, ладно, давай сделаем это. Вот это дело! Они меня у заставы на холме погнали. Я их так подпалила, что небось там и остались. Но не спеши, похоже, у вас хватает народу. Не знаю, есть ли для меня место.
Я вас догоню, когда станете лагерем. Только ничего интересного без меня не начинайте, лады? Лады. Лады, лады. Так, Уилл. Должен признать, все произошедшее в пору подобить театру марионеток. И я паршиво сыграл свою роль. Что ты хочешь этим сказать? Давай без обиняков, Уилл. Кто-то послал тебя по следу Карлах, и я хочу знать, кто тебе о ней рассказал. Давай так. Сейчас я могу сказать лишь одно. Карлах не единственная, кому злодеи приставили нож к горлу. И что это должно означать? Правда откроется куда скорее, чем ты думаешь. Как-то вечером, очень скоро, когда мы разобьем лагерь, завеса отдернется, и я приму свое наказание. Наказание? Мне пора начинать беспокоиться? Тебе ничего не грозит, даю слово. Увы, я не могу сказать того же самого о себе. Давай без самобичевания, слушай, дружище. Ты нам еще как бы нужен. Лес. А куда ты их загнала? Сюда? Разобраться с паладинами. Прям разобраться. А нам надо взять ее, да, для этого. Она хочет сама повеселиться. Кого убрать? Ладно, давайте мы сделаем короткий привал. Я думаю, если мы убьем паладинов без нее, она не прям супер расстроится. Погнали паладинов устранять. Сайрил, торговка. Здорово. Тебе нужны припасы? У нас теперь парочка ртов меньше. А что с вами произошло? Владыка правосудия послал нас за дьяволицей, что бесчинствует в этих землях. Мы сразились с ней и проиграли. Поговори с Андерсом, если хочешь узнать подробности. У меня нет сил пересказывать весь этот ужас. Покажи... Конечно, я заберу твои припасы и все остальное, что у вас есть. Покажи, что у тебя есть на обмен. Стрелы, саперные наборы... Блин, у тебя зелье лечения еще дороже, чем в изумрудной этой долине. Плавное падение... Сумка с припасами. Эликсир героизма. Так, продаем булаву. Гоблинский скимитар не нужен. Кинжал пока оставлю. Гоблинский лук. Боевой топор. Длинный меч. Кинжал. Игла вора пока пусть будет. Так. Монета души нет. Оставляем. Зелье великого лечения оставляем. Ой, вот. Ой, сколько у тебя всего. Гоблинский лук, гоблинский лук, гоблинский лук, гоблинский скимитар, Моргенштерн, который у тебя экипирован. Давай боевой топор продадим. Безвкусную шляпу, она безвкусная. Так. Самодельное копье нафиг. У тебя ничего нет. Во имя Тира. Сколько у нас там бабла сейчас? 323. Че, пацаны, аниме? Сейчас мы чекнем, что у вас наверху. Дверь. Уймись, там есть враги страшнее. Так. А давайте мы немножко разделим отряд. Сиди здесь. Вы сюда. Астарион наверху останется на случай, если нужно будет палить сверху. Дратуйте.
Уилл. Уилл остается на входе. Багет. Ничейный? Беженец тоже ничейный. Ничего себе, груша. Висит груша, нельзя скушать. Все можно. Так, Shadowheart, заходи со мной сюда. Дратути. Трайн, можно мне на Сильвану? Спасибо. Если хочешь пошарить в подвале, не стесняйся. Только сначала нос заткни. Почему? Что там такое? Труп, совсем уже прогнивший. Но он там дней 10 валяется, не меньше. Это хорошее место, чтобы укрыться. Что это за здание? Это была мытная застава. Но когда мы сюда заявились, больше было похоже на бойню. На этой дороге сейчас куда больше чудовищ, чем купцов. Если здесь собирали пошлины, значит, тут должно быть золото. Видали здесь золотишко? Спустись вниз через люк. Там есть запертая дверь. Похоже, за нее... Так никто и не взял. Если там есть золото, то оно там и осталось. Так, Андерс. Разведчики нас от тебя предупредили. Ты в сговоре с дьяволом. Хочешь добить нас, да? Ты, должно быть, говоришь о Карлах. Я знаю правду о том, кто вы такие. Это зависит от вас, вы действительно те, кем она вас называет? Не сомневаюсь, что она придумала крайне занимательную историю о наших преступлениях. Но правда куда проще. Мы паладины Тира, владыки правосудия. Он послал нас за адской тварью, что явилась прямиком из девяти преисподних и скрывается в облике однорогого тифлинга Карлах. Она убила множество беженцев, спасавшихся от Абсолют. Вчера она вырезала целую семью. Нам повезло, что мы выжили после встречи с ней. Она перебила людей, которые спасались от Абсолюта. Она что за Абсолют? Предположим, я тебя поверю, и что тогда? Тогда ты окажешься в дураках. Эх, бедняжка Карлах связалась с первой встречной идиоткой, чья жизнь оказалась так коротка. Зариэль все это очень повеселит. А, все-таки ты на Зариэль короче. От прихвостень! Служит Зариэль! Я как чувствовал, что тут нужно расставить всех по местам. Так, дружище. Видишь этого мудака? 44 хела. Че у тебя есть? Брызги яда. Дистанционная атака из-под тишка. Хорош, красавчик мой, хорош. И тебе. Промах, я понял. Трайн. Ты куда пошла? Пошла она. Цель метки охотника, ничего себе. А ну кусь. Счастье. У него такой счастливый. Так, Андерс, ты сильно-сильный или нет? 44 хелла ни о чем не говорит еще. Ты че, мудак? Ты чё, мудак, тварь? Блин, мне её поднять надо срочно. Испытание пройдено. Так, ладно, нет, мы-то ее поднимем, не проблема. Вопрос в том, что ни хрена себе ты, конечно. Тихо, тихо, спокойно, все хорошо, моя маленькая. Все хорошо, я тебе сейчас мелодию сыграю. Окей.
Можно мне Астариона? Нельзя Астариона. Окей. Сколько у него хелов? 8. Мудак. Не могу поднять, ладно. Вы чё делаете? Ты чё делаешь, слышь? Ты чё делаешь? Ты тварь, что ли? Я в шоке просто. Как бы тебя угандошить, чтобы прям вот угандошить? Пронзающий выстрел. 50%. Давай. 4? Серьезно, блядь, серьезно. Ёбнешься. Друг, можно походить за Астариону? Подними ее. А часовой ход будет? Блин, он как ебанет сейчас. Ты можешь хоть раз промазать? Охуеть просто. Что? Так далеко? У меня ж никаких автосохранений не было. То есть, когда я нашел Карлах, не было автосохранения? Вау, дамы и господа. Вот это провал. Это прям беда. Это прям вообще беда бедовая. Пленник принадлежит мне. Ладно, знаете, что я сделаю? Я сделаю все то же самое. Ну, то есть все, что я залутал и так далее, найду Карлах. Доберусь до тех мудаков, и когда начнется битва, мы с вами вернемся. У нас, дамы и господа, экстренное включение с вымершей деревни. Я дошел до вот этого ящика, который взорвался. Мы сейчас так аккуратно. Внимание, успех. Здесь ловушки. Но давайте так, вдруг он не откроется. Поэтому я вначале заберусь, вернее, вдруг я взорвусь. Заберусь, открою вот этот сундук. Я говорю, открою вот этот сундук. Подобрать. Ну почему? У меня же есть отмычка, эти воровские... Воровское лакомство. У меня нет отмычек? У кого отмычка? Сумка с припасами. Сумка с припасами. Сумка с припасами. Я уже просто типа вообще не понимаю. Так, снаряжение. Припасы необычные. Так, смотрите. Саперский набор есть. Саперный набор, да? А есть набор. Тоже саперный. Так, Уилл. Потом откроем. Забери с собой сундук. Подобрать.
Can't give up now. Нормально, просто сундук с собой тащит мужик. Двуручный меч. Булава. Короче, я вам просто хотел показать, что я забрал сундук, до которого мы не могли добраться. Бочку нам не надо. Бочку не надо. Бочку не надо. Бочка. Бочка с дымным порохом. Что? А, надо? Ой, как надо. Ой, как надо. Так, значит, нам нужны воровские инструменты, которые вроде у меня были, но я их почему-то опять не могу найти. Обезвредить. Десяточка, нормально. Ну как, почти нормально. Могло бы быть и лучше. Перебросить можно? Спасибо. Опять все из-за этого куся. Отлично. Блин, проще было, чтобы оно просто взорвалось и подхилять себе. Ладно, дальше включимся с боя паладинов. Дамы и господа, в общем, мы нашли Карлах. Я решил взять ее сразу же с собой в поход. Для этого я временно в лагерь отправил Shadowheart. И поэтому нам сейчас нужно поднять ей левел. И заодно посмотреть, что она из себя представляет, кто она такая. Это что? Варвар. Особенности класса. Чутье на опасность. Безрассудная атака. Пойдет. Уровень 3, варвар. Выбранный подкласс дикое... Что-то дикое. Дикое сердце. Получен спасибо навык сердца зверей. Так, сердце. Что дают? Находясь в ярости, вы можете использовать неослабевающую свирепость. Удар в нападении. Первобытный таран. Кровожадность тигра. Воодушевляющий вой. Давай кровожадность тигра. Тигриный пирсинг. Волчий пирсинг. Окей, тигриный. А, я подкласс могу выбрать. Дикое сердце. Звериные духи питают вашу ярость, наполняя вас сверхъестественной мощью. Берсерк. Насилие для вас и средство, и самоцель. Вы идете путем неукротимой ярости, наслаждаясь хаосом битвы и реками крови своей и чужой. Дикая магия. Необузданное влияние магии изменило вас на полной волшебной силой. Она бурлит внутри вас и стремится выплеснуться наружу. Давайте берсерка возьмем. А чё? Почему бы и нет? Бешенство. Бешеный удар, яростный бросок. Пойдет. Мне берсерк нравится. Итак, Уилл, мы помирились. Как насчет теперь познакомиться получше? Расскажи свою историю. Да какая там история? Я жалкий театр марионеток. И я паршиво сыграл свою роль. Кто-то послал тебя по следу Карлах. Я хочу знать... Кто тебе о ней рассказал? Я тоже. Давай, Уилл, выкладывай. Кто тебя на меня натравил? Не тебе одной злодеи приставили нож к горлу, Карлах. Тебя послушать, Уилл, так за тобой вот-вот придет дьявольский жнец. Ты куда ближе к истине, чем думаешь. Как-то вечером очень скоро, когда мы разобьем лагерь, завеса поднимется, и я должен буду принять наказание. Наказание? Тебе ничего не грозит, даю слово. Увы, я не могу сказать того же самого о себе. Что у тебя по оружке? Двуручный топор. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. У нее устойчивость к чему? К огню. Логично. Так. Скрываемся. Групповая скрытность. А где этот? А вот. Вот они, тварюги. Так, а давай мы...
тебя раздели. Блин, нет, пошли. Пошли в лобовую, пошли в лобовую. Просто сейчас я сразу вот это выходит. Эта крыса выходит. Ты наверх забираешься, Астарион, как и раньше. Сверху стреляешь всем, чем есть. Дверь открываем. Cut it out. It's worse than Knowles out there. Nothing we need to worry about. Блин, если я сейчас их сомкну в группу, Астарион. Нас, сучка. Ты затеяла драку. Готовься, сейчас тебе будут давать сдачи. Ты бы все равно мне сдачи давала. Куда ты стреляешь в дверь? Куда ты стреляешь в дверь, дурнина? А теперь моя очередь. Минус одна. Сколько у тебя там хелов? 32? Давай, 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 дорогой, давай, дорогой. Вот сюда заходи. Вот сюда зашел. Смотри, что ты делаешь. А ты что думал? Ты зачем? Ладно, тоже зашла, хорошо. Зашла, хорошо. Наследие Аверна, жгучая кара. Давай жгучую кару этому мудаку. На нахер. Жгучую кару тебе. Конец хода. Меня устраивает пока. Окей, допустим. Допустим, ты одного вырубил из наших. Но вас уже меньше. У меня есть кислотная стрела. Естественно. Естественно, не попал. А так? И я не ударил? Ударил. 16. Ты имеешь преимущество против меня? Ну какой? Ну какой мудак? А что насчет отвратительного смеха Таши? 10% нет такое. Брызги яда. Так-то, так-то, сучонок. Двадцать процентов мало. Пронзающий выстрел тоже мало. Потусторонний разряд. Ну, допустим, даже так, допустим. Мне нужно ускориться. Рывок. Я не могу? В смысле? В смысле я не могу? Уилл, дружище. Ускоряемся тоже. Блин, если она сейчас выкинет, конечно. Если выкинет херню, тогда будет плохо.
Так. Сколько у тебя? 10. Forever dauntless. Ну, мудак же. Ну, не мудак. 4. I wonder if this is worth the cost. Два хела всего. This is gonna feel good. Да как так-то? Он не сможет всех перебить. Ты максимум еще одного, ну двух положишь. Но не больше. Окей, Сильвана. Так, дружище. Потусторонний разряд. Уилл. Уилл, можно поднять? Раз, подруга. Два, подруга. Сучьи прихвостни. Сучья Зариэль. Я не вернусь туда. Я никогда туда не вернусь. И если мамочка решит послать еще своих дружочков узнать, что стало с теми, они найдут только горстку пепла. Окей. Это еще ничего. А теперь отойди, пока я тебя не подпалила. Бегом! Можно поднять еще нашего товарища? Быстро подбираем все, что есть, и уходим. Ладно, ладно, нет, все, просто уходим, уходим, уходим. Не это самое. Да, блять. Ну, ты тоже, конечно, такая дурнина. Подними. Свиток возрождения. Да что за бред? Я не могу. Two steps at a time. Best be on my way. Defender of the people. Из-за того, что эта дура тут все громит, я Стариона поднять не могу. Блин, Карлах, ты, конечно, я понимаю твою злость, все дела. Давай, я сейчас просто трачу свитки возрождения из-за того, что у тебя гнев ебаный. И ты тут все начала поджигать. А, и ты сама сдохла. Ну, конечно. А почему бы и нет, блядь? Ой, такая дурнина. Такая дурная. Сейчас я спущусь. Сейчас я тебе помогу. Сейчас я лутану вот эту, которую ты мне не дала лутануть, и все сделаем. Блин, они, наверное, не, вообще не дешевые. Так, ребятки, короткий привал. И на этом останавливаемся. Ну ты, конечно, жгучая собака. Прошли со второго раза, но тем не менее прошли. На этом закончим. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании и под роликом. Ставьте лайки, комментируйте и увидимся с вами в следующем эпизоде прохождения Baldur's Gate 3 и в других играх. Всех обнял.